Я как-то вышел из дома, смотрю, куда-то все бегут. Спросил я, простите, куда вы спешите? Быть может, на работу или в институт? Меня никто не заметил, остался без ответа мой вопрос. Подумал я, это видно эстафета или кёс, но кто-то произнёс, кто не успел. Кто-то опоздал, кто не успел. Кто-то опоздал. Я прочим вышел за хлебом, но в магазине оказался перерыв. Мне стало обидно и чуточку стыдно, и я подумал загрустить, кто не успел. Кто-то опоздал, кто не успел. Я вспомнил, что мне нужно ехать, поймал такси, вернулся на вокзал. Мой поезд умчался, а я остался, и мудрый сделщик сказал, кто не успеет. Кто-то опоздал, кто не успел. Кто-то опоздал, да-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 да. Добрый вечер, у вас в гостях московская группа «Динамик». Мы будем играть для вас свои новые, старые песни и композиции. Послушайте, пожалуйста, одну из них, она посвящена борьбе за мир. Называется «Пусть играет музыка». Thank you.
это случится. Все будет не так. Пусть улыбнутся счастливые лица. Плачет убийца, смеется добря. Это случится, конечно, случится. Пусть играет музыка, дам, дам, дам. Пусть вещает колокол, день, дам, дам. Пусть разломают штыки, идут скорее домой с войны полки. И битвы не будет. Пусть играет музыка, да, да, да. Пусть вещает колокол, динь-донь. Пусть разломают штыки, идут скорей домой с войны полки. И битвы не будут. We'll be right back.
Большое спасибо. Послушайте, пожалуйста, сказочку. Спеть повеселей, но что-то помешало. Взглянул в замерзшее окно, на улице метель. А у меня спокойно было и тепло, и музыка играла. Никаких гостей, затей премудрых и ночных страстей. Час мне был никто не нужен, и оттого я вздрогнул от тревожного звонка. И молодая женщина, приятная снаружи, пошла сказать мне: здравствуйте, меня зовут Тоска. Я пригласил ее к столу, я сроду не был хамом. Спросил, куда, откуда и зачем. Она молчала, я спел ей песню про нее. Она вдруг зарыдала. Затем чуть просветлела к утру, развеялась совсем. Она сказала: я давно люблю тебя, хочу всегда быть рядом. Я испугался до смерти, паник, но скоро к ней привык. Любовь была недолго, приревновав вдруг к радости. Она ушла других проведать в гаремы, а я остался с радостью, решив, что так умнее. Все кажется прекрасно, я рад тому, что есть. Но каждый день я с нетерпением жду, когда в глазах позеленеет и слезы брызнут. Так, чтобы не перечесть. Всегда быть рядом. Я испугался до смерти, паник, но скоро к ней привык. Любовь была недолго, переновав вдруг к радости. Она ушла других проведать, горемых, а я остался.
встал со страдостью, решив, что так мне. Все кажется прекрасно, я рад тому, что есть. Но каждый день я с нетерпением жду, когда в глазах позеленеют и слезы брызнут, так, чтобы не перечать. Когда-нибудь она придет под вечер. Ей передайте мой привет. Скажите, что я у нее наверх толкну, и отплатить мне нечем. Что тень ее почти всегда со мной. Уже так много лет она сказала: я давно люблю тебя, хочу всегда быть рядом. Я испугался до смерти, паник, но скоро к ней привык. Любовь была недолгая, приливного вдруг к радости. Она ушла других проведать, горим они. А я остался с радостью, решив, что так умнее. Все кажется прекрасно, я рад тому, что есть. Но каждый день я с нетерпением жду, когда в глазах позеленеют и слезы брызнут, так, чтобы не перечесть. Хотел я спеть повеселее, но что-то помешало. Взглянул замерзшее окно, на улице метель. А у меня спокойно было и тепло, и музыка играла, и никаких гостей за ним не было. Большое спасибо. Извините, если мы кого-нибудь достали немножко загрустить. Мы вообще-то не за этим в Альметьевск приехали. У нас ансамбль веселый. У нас в основном любят играть на гитарах, бас-гитарах, синтезаторах, барабанах, флейтах, скрипках, саксофонах, зубных гармошках, расческах, утюгах и прочих инструментов. Кроме этого, некоторые наши ребята в последнее время увлеклись стилем регги и игрой в спортлото. По этому поводу мы сочинили веселую шуточную песенку, которая так и называется «Я играю в спортлото». Я забыл про лотерею, это все совсем не то. Играть так покрупнее, я играю в спортлото. Ставлю крест на волейболе, на футболе и коньках, на дзюдо, на баскетболе,
брать прилично, так чтоб ездить в «Жигулях», пи-пи. Правда, я пока что лично вновь остался на нулях. Я купил 100 штук билета, весь аванс за них отдал. Номер 143. Юрий Китаев, Сергей Рыжов, Александр и Владимир Кузьмин в группе «Динамик». Ну, выйдите еще. Борис свистит только один раз.
Сейчас вновь на сцену выходит группа «Динамик», но сначала я хотел бы сказать несколько слов о их песнях. Вернее, даже так, не о песнях, а о текстах, на которые написаны эти песни. Ну, вы, вероятно, обратили внимание, вот еще обратите, когда будете слушать, что тексты их песен несколько своеобразны. Но отличаются они от обычных песен, которые мы слышим часто и по телевизору, к сожалению, и с эстрады, и по радио. Ну, о чем чаще всего пишут в песнях. Вот он ждет ее, она не идет, и он, естественно, тоскует. Да, или наоборот, она ждет его, он не идет, тогда она тоскует. Или он не ждет, она не ждет, тоскуют оба. Вот так вот часто пишут, к сожалению, песни. Вот группа «Динамик» решила отойти от таких песенных текстов. Их тексты затрагивают какие-то более глубокие стороны сегодняшней жизни, которые интересуют и молодежь, и людей, сидящих в зале, и их самих музыкантов. Вот и следующая их песня, которую вы сейчас услышите, «Музыканты» она называется. Это скорее даже не песня, это такой опыт своеобразный музыкального фельетона. Группа молодая, экспериментирует, вот они придумали такой жанр, музыкальный фельетон. Так вот, тема этого музыкального фельетона тоже несколько шире, чем просто обращение к музыкантам, о которых она, этот фельетон написан. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы приходите домой в комфортабельную квартиру, устраиваетесь на удобном диване, закуриваете хорошую сигарету, ставите какой-то фирменный диск на проигрыватель, включаете магнитофон и с хорошим приятелем начинаете говорить о том, как вот хорошо делают музыку где-то там у них и как ее еще не умеют делать вот здесь у нас. Критика такая. Ну, о таких критиках их писатель Марк Твен когда-то сказал так. Критика – это когда собираются те, кто ничего не может, и объясняют тем, которые могут, чтобы они сделали сами, если бы тоже что-то могли. Вот. Но любая критика должна быть конструктивной, так решили музыканты «Динамик» в своей песне. Может быть, нужно найти в себе силы выйти из комнаты, погасить сигарету, взять в руки инструмент, ну, в данном случае музыкальный, как это сделали они, и начать что-то делать своими руками. Делать, а не говорить, делать, а не критиковать. Вот такая тема песни. И вы знаете, если начать делать, то что-то должно получиться, результат сразу становится виден. И это, я говорю, тоже не просто так. Совсем недавно центральная всесоюзная информационная программа «Время», телевизионная, которую мы все смотрим, опубликовала сообщение о впервые проведенном в мире прямом сеансе связи Москва-Калифорния. В этом сеансе связи, как сообщила программа «Время», участвовало центральное телевидение и несколько крупных американских фирм. Так вот, этот прямой телевизионный сеанс связи состоял из часовой развлекательной музыкальной программы. Ну, нам показали нескольких участников, и мы узнали, что в этом сеансе связи участвовали такие популярные ансамбли, как «Пламя», «Алла Пугачева». Но, кроме этого, в нем участвовали и две новые молодые рок-группы. Так вот, одна из этих рок-групп, которая участвовала в прямом сеансе связи «Москва-Калифорния», это группа, которая сегодня у вас в гостях. Группа «Динамик». Воскресный день к 12 часам, всех обсудив за пивом блюзовых гигантов, собрался в клубе джазовый ансамбль из коротких известных музыкантов. Трамбон, пришедший позже часа. Одна труба, второй трубы сегодня нет. Она болеет вместе с контрабасом. Они играли недозрелый час. Не стройно и не вместе, но довольно смело. И все вздыхали, нелегко у нас джазменов. Вот у них другое. Причитал, мы раньше мы играли, и долго напевал про свой талант, который почему-то не признали. Like that.
футляров кончился портвейн. Поставили гитариста в магазин и приняли добавки. Веселый гитарист кричал: ну кто такой Колтрейн? Сыграл бы я не хуже, повыше были ставки. И только юный гитарист был настоящий оптимист. Он уважал тяжелый рок, и все смеялись. Дурачок. Дурачок. Час. Владимир Кузьмин на саксофоне, пожалуйста. Необыкновенно. Прекрасно. Затем пришел басист и начал всех смешить рассказом, как трубу жена не отпускает, и произнес серьезно: бросаю завтра пить навсегда и буду заниматься. Стэнли Кларк на пятки наступает! Thank you.
Рыжов на бас-гитаре. Затем играли долго в домино, пока в бутылках и в мозгах не стало пусто, и разошлись, качаясь, словно из пивной, по ресторанам продавать свое искусство. И только юный гитарист, когда еще был нищий щит, работал сторожем в порту, и струны рвал свои в поту. Надев фуражку, он ловил в эфире рок. Ружье ему тогда еще давать боялись, и сторожа, когда сменяли, всегда смеяли. За нами просто песенка про дождик. Я иногда вдруг замечаю, как уплываю далекую грусть. Я спать не ложусь и подлив себе крепкого чаю, уныло курю и вспоминаю о том, что забыть не боюсь. Нас свел только случай, но ты не случайно. Узнал ли я счастье, судить не берусь. Ты смотришь в окно с улыбкой нежно-печальной. Низкого дождь барабанит по стеклам весь день, ну и пусть. Какой прекрасный ливень, летний ливень, смятенье прохожих и тучи зонтов. Быть может, мы могли бы быть и счастливы, но в чем наше счастье, не знал бы никто. Я шторы задвинув, меняю пластинку. Любимые песни звучат для двоих. Зачем же мы с грусти невольно сдуваем пылинку и мнем свое счастье и рвем, словно искренний стих. Какой прекрасный день, летний ливень, смятенье прохожих и тучи зонтов. Быть может, мы могли бы быть и счастливы, но в чем наше счастье, не знал бы никто. Thank you.
такой прекрасный ливень, летний ливень. Смятение прохожих и тучи зонтов. Но в чем наше счастье, не знал бы никто. Какой прекрасный ливень, летний ливень, смятение прохожих и тучи зонтов. В чем наше счастье? Владимир Кузьмин. Он же Ливень. Группа «Динамик». Я еще вчера был хмур и скушен. Ворчал под нос, как старый дед. Мой воздушный замок был разрушен, и фортуны затерялся вслед. А теперь я весел и спокоен. Я забыл число своих утрат. Получил лишь то, чего достоин, и тому, признаюсь, очень рад. Может быть, забыла бы иначе, может быть, забыла бы иначе, если б я себя уговорил. Жизнь меня бросает, словно жизнь меня бросает, словно мячик. Я качусь, пока хватает сил. Я качусь, пока хватает сил. Есть пока задачи потруднее. Мне бы справиться с самим собою, а потом подумаю о ней. Может быть, забыла бы иначе, может быть, забыла бы иначе, если б я себя уговорил. Жизнь меня бросает, словно мячик. Жизнь меня бросает, словно мячик. И я качусь, пока хватает сил. Я качусь, пока хватает сил. Может быть, забыла бы иначе. Может быть, забыла бы иначе, если б я себя уговорил. Жизнь меня бросает, словно мячик. Жизнь меня бросает, словно мячик. И я качусь, пока хватает сил.
Сергей Рыжов, мячик. Для тех, кто любит спорт и рок-н-ролл, звучит следующая песня. Внимание!
достаточно. Можно переходить к водным процедурам. 5699 круг. Финиш! Весь стадион приветствует меня. Я вижу, что расстаться придется нам с тобой, что нам не сладить с этой бедой. Наверное, зря пытаться свои мечты спасти. Мы далеко зашли, и выход вряд ли нам найти. Как будто я стою у бездны на краю. Решается сейчас судьба моя. Но есть на свете дом, я успокоюсь в нем. О, только в нем!
земли. Уже нельзя. Что ж есть на свете дом, я успокоюсь в нем. О, только в нем, только в нем. С вами прощается группа «Динамик», звукорежиссеры Алексей Ревин, Юрий Фомин, художник по свету Владимир Симаев.
Клавишные инструменты и гитара Александр Кузьмин. Точнейший барабанщик Юрий Китаев. Улыбку и возвращают туда, откуда пришел. Как я, бедняга, уныло пиликал на скрипке, и как мне хотелось сыграть с друзьями в футбол. Стране. И я нашел свой единственный правильный путь. Тот день, когда мама купила гитару мне. Тот день, когда мама купила гитару мне. Сколько лет я с тех пор пою и играю. Трудно бывает тот час у музыки, ну. Но если б за этой судьбой шла бы вторая, я бы заставил опять запеть струну.
Владимир Кузьмин, Сергей Рыжов, Юрий Китаев, Александр Кузьмин в группе «Динамик».